В преддверии выборов хотелось бы разобрать доходы чиновников. Так, например, начальница инспекции города Москвы номер 43 Еремкина Галина Александровна владеет 5 квартирами. Из них огромные квартиры в 185 квадратов есть в России, в 110 квадратов, 490 квадратов, 570 квадратов в Республике Финляндия. И на 3 несовершеннолетних детей еще одна квартира по 1/3. Доход чиновницы за 2016 год составил 7,5 миллионов рублей –